Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня хочу вам представить такую стиральную машинку. Жена где-то в интернете высмотрела. Пришлось сделать и плыки стирать. Еще такие тяжелые вещи, какие-то файки. Что-то я снял заводские приводы, которые бетон мешают. Потому что они взорвут все. Там два отверстия получились. Вот такие речки стоял. С той стороны на саморезы. С той стороны шайбочку, с той стороны резинку, кольцо уплотнительное. Резины под деревяшечку, под это. Вот так вот длину чуть подлиннее они отверстия эти речки. Сейчас покажу, как она месит. Как видите, как настоящая стиральная машина. Три половика забросил. Бросил три половика тут. Я. В общем, вот такая речка. Здесь вот такая же. Чуть разные они меня тут, это без разницы. Шевелит нормально. Пена идет. Сливать удобно. Раз, раз воду слил. Немного убирать, нам три ведра рано, не больше. Ну, так, потом сполоснуть тут можно будет. Сейчас на улице жарко. Пойдет. Вот, друзья, вставляйте. Уже сделать вам такие стиральные машины. Раньше вручную стирали, мучились, бедные. До новых встреч.